Hello, people! Приветствую всех своих подписчиков. Хочу рассказать вам про проволочный станок, ну, ручной проволочный станок. У меня, получается, его заказал человек с Винницы для того, чтобы делать себе поводки на хищную рыбу. У меня есть проволока 0,8, то есть струны, к сожалению, не нашел. Решил так методом проб и ошибок показать, что можно, в принципе. Так, не обладая большим опытом работы на таком станке, что можно получить там в течение там 3-4 минут работы. Ну вот, вот этот поводок, я так понимаю, который он хочет делать из струны на хищника слева. Потом вот такую петельку я сделал. Ну, вторую очень красивую, кстати, тут такой загиб идет. Вот карповые ушки. Конечно, для продажи они не годятся, но так, чтобы в грузило ставить, думаю, реально. Даже ушко сделал для чебурашки неразборной. Такое двойное. Ну и для разборной попытался сделать. То есть получается тут идет до проволоки 0,8, где-то 0,9. Одна насадка, вот она маленькая. То есть, но она заменяемая. То есть тут можно регулировать болтами, регулировочными болтами двигать вот эту пластину. Это все зависит от того, какие вы задачи ставите по загибу проволоки. Можете менять вот эту насадку. То есть есть насадка, которая уже от проволоки где-то единички, там двух. То есть в диаметре. То есть сменные наконечники тут в наборе. Идут ключики. Для того, чтобы подтянуть везде, закрутить. Ну, тут есть болты крепежные для тех же самых ручек. То есть там где-то оно прокручивается. При усилии, то можно хорошо поджать это все дело. То есть у нас получается, что ходит этот шкив аж до конца. То есть можно, это палец вернее, то есть его можно тут крутить и вертеть как хочешь. Тут есть разные углы, под которые можно вставлять проволоку. Ну вот допустим, чтобы поводок получить, я с середины где-то вставил. Петлю уже сделал, сначала сделал петельку. Петельку, вот тут я сделал петельку. А потом это дело ставил сюда, прикрыл, тут есть такой, можно давить рукой на проволоку, чтобы она не выскакивала. Это зафиксировал и начинаю вращение. То есть, повращал, в общем, получил вот такое счастье. Ну вот эти карповые петельки я делал только здесь. То есть можно, наверное, набить руку, будут красивыми они. Ну и для чебурашки тоже сделал петельки, тоже в этой части станка. Так, что тут еще? Ну, в принципе, необходимо иметь очень большое желание и время, и можно, в принципе, добиться хороших результатов. Ну все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому было интересно.